Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Туризм на региональном уровне. Об его развитии шла размова сегодня на президиуме областного совета. Меж за тыдень застается до початку ЦТ. Сегодня обмерковали пытанье, связанные с организацией уступных выпробований. С любовью до людей и родной земли фонд миру провел акцию, промеркованную до года малой родимы. А зараз об этом меньшим больше подробязно. Беларуснафта пробурила первую свідравіну на территории Украины, а докладней у Полтавской области. Гэты проект стартовал летась у вересні. Была выкарыстана стационарная буровая установка суместной вытворчасці белорусского предприемства «Сейсмотехника» итальянской компании «Дрилмек». Причем и сам способ бурення отповедал международным экологичным стандартам. Гэта стало одним из потребований по экологичной безопасности, предъявленных украинской компанией «ДТЭК Нафтагаз» при супрацоўніцтве с Беларуснафтой. Таким методом побудуют все 4 свідравіны в Украине. Увогуле белорусские нафтовики лічать украинский рынок одним из ключевых у галіне нафтового сервису. И бурення только один из боков деятельности у соседней краине. Гомельский облвыканкам проводит конкурсный отбор инновационных проектов. Пераможцы отримают финансирование со сродков инновационного фонда. Их максима будет выкористовывать для створения новой вытворчасти альбо организации навуковой деятельности. Сродки выделяются на незворотной основе. Подать заявку можно до 2 липеня. Полный перелик документов можно найти на сайте Гомельского облвыканкама. Сегодня в Рэчыцкім районе примали президиум областного совета, а так само керовников Гомельского городского и районных советов. На протягу дня удельники выездного посяджения обмерковывали пытанье развития туризму на региональном узровне. Досягнение и перспективы галины у материале Олега Сенцерова. Каждый третий агротурист, который наведал в минулом году Гомельскую область, отдал перевагу сядибам, размещенным в Рэчыцкім районе. Как выник, доход, отриманный за оказание агроэкологичных послуг, перевысил тут 340 тысяч рублей. Для сравнения, столько же отримали все агросядибы Мазырского, Калинковского, Жлобинского, Светлогорского, Житкевского и Петерковского районов. Сегодняшний потенциал агротуризма Гомельской области – около 160 сядиб. Только за минулый год их наведали туристы с 22 краин, у том числе в России, Франции, Германии, Швейцарии, Китая и Индии. Средний штогодовый доход одной агросядибы склал около 7 тысяч рублей. Вероятно, это одна из причин того, что агротуризмом зараз не вельми активно занимаются сельскохозяйственные предприятия. Прибыток, який можно лечить неодренным для физической особы, оказывается не вельми значным для господарки. Хоть с другого боку, таким чином можно утягнуть у оборот майомость, якая не выкористовывается, и створить працовное место, у тымлику для жыхару ближайших городов. Еще один резерв – туризм паляўнічы. Зараз у агульном объеме экспортных послуг на его долю пропадает меньше за половину процента. Значный уплыв на ситуацию у этой сферы оказала заборона поливания на диков, что связано с принимаемыми мерами по борьбе с африканской чумой свиньев. Але коли у лесгасах будут працевать квалифицированные специалисты у галине маркетингу, ситуацию можно выправить. Хотелось бы, чтобы наши лесники и организации, которые сегодня в этом бизнесе работают, в этом направлении работают, они, конечно, догоняли своих коллег из других областей. Потому что было время, когда на самом деле львиную долю в общем объеме туризма лесхозы и охотники занимали. Увогуле, сегодня на Гомельщине развивается несколько видов туризма. Аграрный, культурно-познавальный, спортивный, медицинский, религийный. Некоторые направки больше развитые, некоторые робят только первые кроки. Той же промысловый туризм. Летось на экскурсиях на Рэчыцкім метызным заводе побывали всего 315 человек. Особливых доходов предприятию такие вид деятельности не приносит, а додатковая реклама для буйнейшего у Европы завода по вытворчасці метызу так само не лишняя. В любом выпадку отмовляться от промыслового туризма на предприятии намеру не мают. Это вполне реально. Единственное, конечно, для этого необходимо создание каких-то исторических мест, музеев и всего сопутствующих. А на самом деле не все производства такие, будем говорить, опасные. При соблюдении условий сопровождения, то есть и всех остальных там атрибутов, то это вполне возможно. Депутаты перекананы, больш значных выников можно досягнуть, коли працовать у комплексе. Причем тычется это не только с поручения разных видов. По час отпочинку у агросядиби можно ознакомиться с религийными славутостями и наведать предприемство. Больше активно необходимо задейничать у весь региональный ресурс. У конно-спортивном комплексе, например, сегодня готовы проводить научание туристов и организовывать для их экскурсии. Автомобили, кажут, зараз не редкость, а вот кони некоторые жыхары мегаполисов бачили только у телепередачах. Постоянно поток людей, никогда
никогда не кончается приехать сюда. Если не покататься, то просто приобщиться к этому, посмотреть, походить, погладить, узнать, что это такое. Потому что как бы очень мало осталось и лошадей, и вид этот как бы индивидуальный спорта. Поэтому желающих посещать очень много. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Рыжицкий район. У Гомельской области для удела у централизованном тестировании зарегистрировались больше как 38 тысяч абитуриентов. Первый этап уступной кампании будет проводиться с 12 червня по 2 липня. Желающих пройти ЦТ встретят у 6 пунктах проведения централизованного тестирования у Гомеля, Мазыры и Светлогорску. Сегодня у Комитета державного контроля у Гомельской области собрались представники Гомельской областной комиссии по контролю за ходом подрыхтовки и проведения уступных выпробований. У посяджении приняли удел супрацовники Комитета державного контроля, отказные секретары региональных пунктов тестирования и представники системы эдукации. Яны ознайомились с кончатковыми распоряджениями керавництва державной комиссии по уступных выпробованиях и своими полномоцтвами подчас проведения ЦТ. У гэтым годзе 4 пункты тестирования пачнуць работу у Гомелі, у Державном университете имя Франциска Скарыны, Белдуте, Державном техническом университете имя Сухого и Гандлёво-экономическом университете Споживецкой кооперации. У Мазыры центр тестирования будет працевать при педагогическом университете имя Шамякина, у Светлогорску при Державном индустриальном колледже. По всех питаниях, которые возникают у абитуриентов альбо их батьков по проведению уступной кампании, можно звертаться у комиссии по контролю при установах эдукации, а так само по телефоне горячей линии Комитета державного контроля Гомельской области. В целях предоставления равных возможностей для поступления абитуриентов в высшие и средние специальные учебные заведения страны контроль за проведением централизованного тестирования будут осуществлять комиссии, созданные распоряжением Государственной комиссии по контролю за ходом проведения вступительных испытаний, созданной указом президента Республики Беларусь 29 марта 2018 года. В состав этих комиссий включены работники Комитета государственного контроля Гомельской области, Управление Департамента финансовых расследований Комитета Республики Беларусь по Гомельской области, а также представители системы образования Гомельской области. У Гомеля до купального сезона готовые 9 пляжей, однако на 5 из них заборонено купание детей. Обмежевание тычется каскада 1 сбоку в улице Каменщикова, каскада 2 сбоку в улице Свиридова, а так само Волотовского, Прудковского и Заходнего. С червеня по жнивень специалисты санитарно-эпидемиологичной службы Гомеля штотыднёво проводят лабораторные доследования якости воды в зонах купания. Показчик микробного забруджвания залежит от многих факторов и постоянно изменяется. Оперативную информацию об уведении альбо отмене обмежеваний на пляжах можно знайти на сайте Гомельского городского центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья альбо по номерах телефонов 25 49 27 и 25 49 24. С любовью до людей и родной земли. Гомельское областное отделение фонда миру провело у Жлобинском районе акцию, примеркованную до хода малой родимы. У Червонобережским аграрным колледже организовали встречу навученца установы с выпускниками минулых годов. Сирот гостей были и представники мясцовой улады, и навуковцы, и специалисты сельскохосподарчей галины. Кожный из них прошел особистый працовный шлях. Яны вернулись у стены альма-матер с мэтой рассказать свою историю тем, кто хутко будет робить первые кроки у профессийной деятельности. Тему протягне Евгения Кухаронок. Свои первые веды в области агрономии яны атрымали менавіта у Червонобярэжскім каледжы. Практику прошли на прадпрыемства Жлобинского района. Сегодня, узгадываючи первые працоўныя дни, выпускники як один отзначают. Было страшно из-за невядомости, чего чакать и где применять атрыманные веды. Наша молодежь сегодняшняя, которая идет в вузы, она не понимает, куда они вступают, в какую жизнь, и что их ждет в будущем. Они не представляют эти профессии, они не знают тех навыков, которые будут даваться конкретно на производстве. Да, конечно, наука у нас идет, движется вперед, они получают багаж знаний, очень большой багаж, но практики у них нет. Они приходят далеки от того производства, которое есть
фактически на самом деле в тех предприятиях, на которые их отправили. Поэтому, конечно, мне хотелось бы, чтобы такие встречи были больше, чтобы студенты общались с нами. Сегодня у колледжа навучается 450 молодых людей на дзённом отделении и 200 на завочном. Утка и яны зробят первые кроки на прасовном шляху. Куда их накируют после размеркования, покуль что неведомо. Однако встреча с выпускниками минулых годов супокоила ребят. Бо перед ними выступали люди, которые, дякуючи своей працавитости, досягнули вышинь у профессиях. Нават не глядяши на тяжкости и проблемы, что возникали у них на початку. Надо максимально работать с молодежью, чтобы привлечь их для работы в сельской местности. Это не без обязательно только в агрогородке. Может, это будет служба агрономическая, они там будут работать. Но именно люди, которые будут работать на селе и решать все вопросы. Он же не просто специалист, он же и организатор, он же и общественник. Потому что многие из них являются и депутатами. Вот. Он же должен проводить соответствующую работу. На самом деле, выпускники колледжа делятся опытом со своими будущими коллегами. С этой нагоды выступления отрымливаются живыми и корыстными одразу для двух боков. Одни доведываются об особливостях працы, иншие – про новые веды, с якими молодые специалисты сегодня выходят с колледжа. Вчера буквально мы выпустили более 100 учащихся 4-го курса механику и отправили по распределению, прежде всего, в Гомельскую область на предприятие агропромышленный комплекс. Через месяц мы выпускаем агроному еще две группы. А всего у нас есть подсчет музея в нашем, всего более 30 тысяч учащихся специалистов мы выпустили за время работы. Раз в 2 года колледж будет означать свой вековый юбилей. Свято может стать доброй подставой для организации таких же встреч. А махчима акция «С любовью до людей и родной земли» станет традиционной у Червонобережском аграрном колледже и повторится уже у наступном навучальном годе. Евгения Кухаронок, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель» со Жлобинского района. Об коррекционной работе с детьми, которые имеют психофизические особливости, разважали сегодня по час пленарной частки республиканского науково-практичного семинара. У областный институт развития адукации съехались и специалисты из всей Беларуси. Гомель местом встречи брали не выпадково. После Минска в регионе размещено больше за все специальных дошкольных установ – 13. У столицы усяго на одну больше. На семинары удельники выступали со своими напрацовками. Кожная установка Нова мае свои досягнения, свой богатый опыт навучания хлопчиков и девчонок с особливыми потребами. Усяго в Беларуси свыше 150 тысяч детей имеют особливости психофизического развития. Серед основных проблем – порушение зроку, слыху, функции опорно-рухального аппарату, интеллекту. Але больше за все сустракается порушение умовления. Практически все дети с особыми потребностями охвачены в той или иной мере образовательным процессом, коррекционной помощью в соответствии с их индивидуальными возможностями. Специальное образование, коррекционно-педагогическая помощь для каждого ребенка, она предоставляется бесплатно. И эта помощь, наша задача, конечно, чтобы эта помощь была качественная. Вот тогда мы можем смело говорить о том, что эффективность коррекционного воздействия обеспечивает все потребности каждого ребенка. Завтра семинар протягнется. Педагоги проведут тренинги, практикумы и майстер-классы. Гомельский молодежный театр будет принимать удел у другим международным театральным фестивале «Андреевский фест», который пройдет в Киеве. Масштабный форум протягнется с 18 по 24 червня. Свои постановки презентуют театры с Болгарии, Греции, Литвы, Украины, Франции и Эстонии. Гомельчане покажут спектакль «Метод» режиссера-постановщика Виталия Краученки по пьесе каталонского драматурга Жорди Гальсирана. Постановка завоевала признание серед аматоров театрального мастерства и уже отримала немало узнагород. Серед апошніх перемога у глядацким интернет-голосовании на международном молодежном театральном форуме у Могилеве. Гомельский областный драматичный театр запрошает юных глядачов на премьерный спектакль «Оранжевый вожик». Это свой особливый творчий подарунок для детей, примеркованный до початку летних школьных каникулов. По сюжете у светлым и добрым лесе оказывается потешный оранжевый вожик, який еще недавно з'являвся цацкой у дитячем саде. Зараз же ему треба будет сустреться с разными по характерах и звычках лясными жихарами, сутыкнуться с хитростью и подманами и доведаться об тем, что треба займаться своей справой и нельга самостверджаться за чужий кошт. Як и належится правдной касце, у этой истории обовязково пераможа добро. А у веселого оранжевого вожика з'явится шмат новых отданных сябров. Спектакль наполнен яркими музычными и танцевальными партиями –
блескучими жартами и интерактивом с юными глядачами. Детям пропонуют не только перенять головные житевые истины, але так само разом с героями постановки еще раз узгадать про то, что николи не треба забывать про добрые справы и учинки. Дорогие наши самые юные зрители, и обязательно их мамы, папы, бабушки, дедушки и тети, приходите к нам в Гомельский областной драматический театр на нашу новую сказку «Оранжевый ежик» и убедитесь сами, что оранжевые ежики бывают и еще какие. Гэтая, так само іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. Далей у эфіры дэ-факта і спартыўны агляд, а я з вамі развітваюся, да новых сустрэч у эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомеле автомобиль врезался в дерево, в результате чего были травмированы и водитель, и пассажиры. Произошло ДТП сегодня около полуночи на улице Красноармейской. Сотрудниками госавтоинспекции установлено, что 21-летний водитель Ниссана не справился с управлением, выехал сначала на полосу встречного движения, а затем на тротуар, где врезался в дерево. Пострадали все, кто находился в машине. В результате ДТП двери автомобиля оказались заблокированы. Для освобождения водителей и пассажиров пришлось вызывать спасателей. В результате происшествия ехавшие в качестве пассажиров в автомобиле 20-22-летние девушки, а также сам водитель с полученными травмами были доставлены в больницу. В Будокошелевском районе мужчина напал с топором на прохожих. Инцидент произошел вечером 2 июня. Дебошир начал с битья окон в домах в деревне Бацунь. Местные жители пытались остановить его, однако мужчина набросился на них с топором. В результате двое пострадавших с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. Нападавший задержан. Причины и мотивы произошедшего выясняют следователи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство и особо злостное хулиганство. В Мозыре пенсионерка успела спастись от огня. Вчера вечером в райподразделение МЧС поступило сообщение о пожаре. Открытым пламенем горела крыша частного дома. Хозяйка домовладения, пенсионерка, находилась на улице. Она не пострадала. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. Одна из рассматриваемых версий пожара – нарушение эксплуатации электросетей и электрооборудования. А в Гомеле накануне горела баня в Плесах. Строение двухэтажное, деревянное. Спасатели пожар ликвидировали, пострадавших нет. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество внутри бани. Среди причин пожара рассматривается версия нарушения правил эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств. Расставили сети и попали за решетку. Двое мужчин приехали на реку Днепр в Брагинском районе. На резиновой лодке заняли позицию и забросили в воду три сети общей длиной около 300 метров. Им удалось добыть чуть более 50 рыб разных видов на 32 килограмма. Но улов домой привезти им не посчастливилось. Сотрудники Брагинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира задержали браконьеров. Своими действиями граждане нанесли вред окружающей среде в размере 172 базовых величин, что в денежном выражении вместе со стоимостью рыбы составило около 4500 белорусских рублей. В будущем их ожидает уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В Жлобине продолжается спартакиада студенческой молодежи. Напомним, сильнейших определяют в волейболе, мини-футболе и легкой атлетике. Участие принимают около 200 студентов из 21 вуза Беларуси и России. По результатам первого игрового дня стали определяться лидеры в каждой из дисциплин. В соревнованиях по мини-футболу самую уверенную победу одержала команда Гродненского университета имени Янки Купалы. Со счетом 6-1 были обыграны сверстники из России, представляющие Новосибирский технический университет. В волейболе белорусские команды также выступили лучше. В группах А и Б представители нашей страны были сильнее спортсменов-любителей из России. Что касается легкой атлетики, то по итогам первого игрового дня лучшей стала команда Белорусского университета физической культуры.
Сегодня завершился открытый чемпионат Гомельской области по конному спорту. По трем видам – троеборью, конкуру и выездке – соревновались более 40 всадников. Для многих из них подобное состязание стало первым большим опытом в спортивной карьере. Справиться с высоким напряжением, которое присуще для соревнований такого уровня, смогли далеко не все. Как результат, выступление некоторых участников не оправдало ожиданий. И тем не менее, это колоссальный опыт, необходимый для достижения успеха в будущем. А он порой гораздо важнее медалей и дипломов. И поэтому выиграли даже те, кто не смог подняться на пьедестал. Участвовали молодые лошади, как бы немножко на тренировках показывали более лучший результат, но пока у них недостаточно опыта, поэтому чуть-чуть хуже. Но, в принципе, мы довольны. Девочка одна выполнила у нас кандидата в мастера спорта, поэтому... И были еще молодые участники, которые ехали первый раз, поэтому для них это было вообще очень сложно. Но молодцы, тоже разряды выполнили, хорошо, достойно выступили. В троеборье победила Валерия Великанец. В конкуре лучшими стали Анна Родионова, Арина Хайденко, Мария Муравьева и Мария Отрохова. В выездке Полина Косинок и Виктория Пильник. В субботу пройдет 10-й тур чемпионата страны по футболу в первой лиге. Гомельский «Локомотив» 9 июня сыграет на домашней арене против Микашевичского «Гранита». Светлогорский «Химик» принимает Новополоцкий «Нафтан». Еще два представителя нашей области сыграют между собой. Областное дерби пройдет в Мозыре, где «Славия» ждет в гости ЮАЗ «Житковичи». На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4».